Этот ролик снят по мотивам канала «Страничка Надежды» для адекватных людей, понимающих шутку и юмор. Кому интересно, оставайтесь со мной. Здравствуйте, зрители. Давайте немножко отвлечемся от событий, происходящих на нашей планете. Полистаем странички Надежды. Лично у меня к ней хорошее отношение. И ничего плохого я про нее говорить не буду. Так просто. Полистаем странички и посмотрим, чем занимается наша Надежда. Баба сеяла горох. Прыг-скок, прыг-скок. Надька сеяла горох. Утомилась просто ох. Сад вонючкой поливает. Комаров всех убивает. Ишь, комар тот долгоносик. Надька подписаться просит. Ну, на все площадки. Посмотрите мои грядки, и на кур моих смотрите, и мне денежку несите. Добрые люди, помогите, хутор есть в моих мечтах. Так мечтаю, просто ах! Баба шла-шла-шла, пирожок нашла, села, поела, опять пошла. Как теперь нам переехать? Как до хутора доехать? Вот в Россию путь закрыт, а колодец-то отрыт. Злой тоской удручена, в садик свой ползет она. В саду слива расцветает, очень ветер завывает. Все цветочки поломает. Надя это точно знает. Есть там куцы и две грядки, и у кур, ну все в порядке. Яйца куры ей снесли. Зритель, ты меня не зли, я стараюсь для тебя, извожу вот вся себя, музыку вот подбираю и картиночки снимаю. Я для вас, для всех любима. Ну, не проходите мимо, заработать вот хочу и все ролики кручу. Поддержите. Поддержите, поддержите мне с детишками моими, помогите. Под горелыми блинами их кормила. Посмотрите, это было очень мило. Их детишки очень быстро расхватали. Видно, очень, очень уж оголодали. Вот варенье из черники им сварила. В каком-то ролике об этом говорила. Две коробки еле-еле дотащила. И неделю им варенье все варила. А вот куры эти ягоды не ели. Были тухлые они, а может, надоели. Вот, мангальчик себе новый прикупила, что он очень хилый, ныло, ныло. И опять паленым мясом деточек кормила. И люляки бабчик как-то мало им слепила.
любит Наденька огонь. А вдали мерещится ей конь. И во снах своих она Россию видит. Ну а цены вот английские, я думаю, что ненавидит. Видно, на бензинчик не хватает. Что-то деточек своих вот не катает. Времена теперь настали для всех очень сложные. И для Надьки тоже очень сложные. И возможность переехать в Россию как-то так оттянулась, надо сказать. А у нас ведь весна. Тает снег. В некоторых местах наводнение. И надо бы уже поля ей засаживать. А она все возится в своем несчастном огородике. Честно вам скажу, как-то я уже к ней прикипела душой и сердцем, но помочь ничем не могу. Пока-пока. Заходите на мой канал. Может быть, еще о Надьке поговорим.